Так что у нас есть джинга. Партнер, подготовка к джингу. Делать пружинка на коленке, совмещение боковой в правой стороне. Атака с пол правой ногой. Идем в сторону. В сторону. Крест назад на место. В сторону. Крест назад на место. Каждый раз, когда мы смещаемся в сторону, мы отталкиваемся от противоположной стороны ноги. Если мы идем направо, левой ногой отталкиваемся. Если мы идем налево, правой ногой отталкиваемся. Отсюда, после того, как мы сместились, то есть партнеров в правой стороне и делали чик-чик, полностью на джинго, мы можем перемещаться в период назад на базовый шаг. Напоминаю, что базовый шаг мы танцуем от смещения центра корпуса, от низ живота. Чтобы партнерши чувствовали это пространство на перемещении вперед назад. Мы направляемся на джингу и си джингу. Готовим левую руку на крючке, локти сверху, поворот. Пришли с поворота, партнеры сохранили джингу в этот момент. Мы сможем смещать снова на джингу, либо даже перейти на базовый шаг. И таким образом идет перемещение под это передвижение. И в сторону. Джинга мягко, подготовка левую руку, поворот и базовый шаг, например, мы можем базовый шаг в центре корпуса, ум, чуть больше вытянуть, здесь огняем, нога высокая, до сюда найдет, ум, вот, молодец. Ум, пружиним и направление меняется. С этим боковым смещением мы пошли налево, подготовим левую руку, поворот партнерши и базовый шаг, мы можем быть, еще большой, молодец.